Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаус. Вам очень понравилась эта карта, и поэтому я запускаю ее снова. Есть. И положусь. Размножаюсь. Давай его убьем. Кого? Хейна. Хейна убьем уже? Вот он здесь. А там очень хорошее место. Фиг знает, в смысле не добывать золото, не строить, а везти туда? Мне кажется, надо же этот в рабочих как можно скорее выйти. Блин, тогда у меня нету места. А где-то подо мной? Вот смотрю. Тут уже тоже кто-то есть. Ну я псом там бегаю. О, магазин. Ничего себе. Морковь. Зерно моркови тут есть. Ну блин, да, сундуки надо всякие мне собирать. Ну кстати, мы так не нашли. Ты этот сундук заюзай свой, тебе что-то даст. Возможно, артефакт какой-то на армор, как мне. 23 голды. А, тут кто-то есть. Ну блин, я не знаю, что делать. Ну не знаю, можно попытаться завалить Хейна, конечно. Ну, видишь, сложно. Ну давай попробуем, попробуем завалить. Пошли. Ну а кем? Мне же даже некем валить. Только если героем. Постройка завершена. У меня тоже пока никого нет. Не знаю. Я пока просто добываю дерево. Ну, проведали вот тут кем-нибудь там. Бабами, например. Будет исполнено. Рада видеть тебя. Сюда разведать? Ну да, ну уже сюда не надо. Ну, в смысле, просто черные точки, где я руду нашел. Да, да, я ее в прошлый раз видел. Да бабами опасно, бабы сдохнут, жалко. Я собакой вон бегаю по всей карте. Здесь сейчас нет никого, ночь еще далеко. А, ночь уже близко. Ну, короче, видимо, ты без союзника, что ли, я не знаю. Так в смысле, ну постройся где-нибудь, вон тут вот, например, не так-то далеко. О-хо-хо. Вообще рядышком. Ну, в смысле, по сравнению вот с этим, вот всего в полтора раза дальше. Полтора раза это не так-то много. О, кстати, вот что-то место такое прикольное. Ух ты. Главное в центр собакой не забегать, иначе могут быть проблемы. Смотри, что я нашел. Где? Вот. Ого, какой-то отравленный город. То есть моя цель сейчас как можно скорее развиться и получить возможность строить орков, которыми я в свою очередь... Так, а что тут надо? Колодец, костер, колодец. В свою очередь я ими смогу добывать золото. А сейчас пока золото может добывать только мой Геральф. Так, ну я что-то нашел. А, ну тем более. Еще ближе. Так, пес бегает. Блин, учитывая, сколько это времени заняло. Замело, да, довольно много. Я, кстати, этот сундук нашел. Кстати, здесь не построить шатер нигде. Вот здесь еще... А, ну это далеко, конечно. Вот здесь вот шикарное место, здесь и серебряная руда, и... Да здесь тоже все есть. Просто не построится. Ну, у меня тоже так казалось, что не построится, но потом я построился как-то. Так, построил, молодец. Строим дальше. А что там надо... Так, что-то я не понял. А, надо халупу строить. Халупа, халупа. Ой, жесть. Ну ладно, зато мы близко. Исследование завершено. А, ты нашел, где построить, да? Ну вот только... Не, ну я здесь-то и знал, видел, что можно построить, но как-то фигово. Да, я в прошлой игре еще тупо с собакой в самый центр зашел и отдался. Прикол вот этого места, что вот это единственный проход туда. Вот еще тут, кстати, рудник есть. Серебряная руда. О, вот еще сундук. Так, ладно, надо с собакой бежать поскорее к герою. Ой, ночь очень клево. Да, но ночь... Первая вроде безопасна. Первой ночью никто не идет, так что пофиг. Так, построил, молодец, строй кузницу. В этот момент я тут сделал грейд на добычу дерева. Все добывают, все стараются, прикольно. С золотом, конечно, проблемы из-за того, что я рабочим постоянно строю, но ничего. Сейчас я целых 3 мешка притащу своему рабочему. Чего-нибудь клевого там, надеюсь, будет. Ой, рабочий какой-то нейтральный. Я вообще ничего не вижу, блин, костра нету. О, не, ко мне, кстати, какая-то дрессированная собака фиолетовая пришла. Ты можешь в нее кинуть камень через книжку и этот. Уходи, собака, я в тебя могу кинуть камень. Блин, нельзя сундук, если подобрал собакой, можешь юзать его только собакой. А, сундук превращается в кукурузу, которая снова превращается в сундук. Вот это фишечка. Так, ну-ка давайте на всякий случай это выложим. Оп. А, реально кукуруза. Интересно. Так, и строим барак.
Так, можно писать, типа... У меня просто черный экран и юнитов видно. Без костра. Написал, играйте больше в экономику, а то если кто-то начнет сейчас агрессивничать, то в итоге мы все огребем. Текс. Что там, надо сейчас накопить... А, разведчество надо. Надо разведчество изучить. Без разведчества мало чего получится. У вас смогут обучаться разведчики. Ага. Учтем. Да, у меня тут удобрения дофига. Кукурузы. Я тут могу вообще прям хозяйство развести. А где золотой рудник? Ты понял тут? В смысле, рудник? Рядом с нами. Ну, золотой... Ну, короче, там, чтобы киркой из него добывать именно. Не знаю, у тебя нет, походу. А у тебя где-то есть? Где-то серебро было недалеко, у меня есть. Ого. А как его оккупировать-то? Подожди, есть? Есть ли? Да, вот он. Не знаю, но это просто как дерево, наверное, да. Я так понял, к нему надо подходить именно рабочим и нажимать на кирку. То есть это как бы можно... О, общественный. Угу. Так, ну-ка, ночью рождают? Ночью, да, превосходно рождают. Так, надо еще одну бабу построить. Текс, все. И теперь... А, этих можно превратить сразу в мужиков. Ночь. А ночь же уже закончилась, по идее, что-то. Затяжная ночь какая-то. Да. Странно. 7 утра уже, все, пора светлеть. О. Как будто на юге это все происходит, знаешь, где там почти моментальный закат и рассвет. Я не могу найти золотой рудник, блин. Это меня печалит. Так, крепость. И все, в принципе. Крепость, я смогу изучить кирку и добывать много золота. Так, а ты что, не можешь еще вырасти? Стойте, можешь. Афер. Рада видеть тебя. Не знаю, давайте сначала, наверное... Не, хотя надо сначала, наверное, все-таки лимит увеличить. Так, ну что, мой пес тут бегает, старается. Тут фиол рядом есть. Постройка завершена. Ого, да, совсем рядом. Тыкается в кусты. Собака моя ничего не может найти. Хорошего. Изба для жителей. Опять работа. Чувак может стать ополченцем. Тут лучники второго класса, все дела. А, у тебя серебряный... Ого, у тебя прямо серебряная и золотая руда прям под боком. Вот это вот позиция. Вот костер Геральфа этого. Чужого. Ну-ка. Ого, грызется. Кто-то без собаки остался. Очень злой. Просталкер, говори, где тут есть золотой рудник, гад. Он не разговаривает, и он без собаки. Я обиделся на тебя. Что-что? Он обиделся на тебя. А то он сейчас скрипеть начнет. Ты женщин бил и детей. Потому что он мужчина, потому что он сильней. Потому что он собака, потому что... Что нового? Так, ну что, сейчас уже скоро вот наконец можем добывать золото нормально. Мужчина... Ты уже крепость построил? А есть смысл строить несколько халуп? Ну, чтобы лимит давало. Ну реально как-то не сбалансировано получается, что у меня нету золотой жилы вот этой вот. Ну не везде есть. Да, это так и работает. Буду к тебе с киркой бегать. Да нет, где-то она же была. Я когда бегал, какая-то жила была тут. Здесь вон рудник есть прямо рядом со мной. А, вот она жила. Ну, хотя она примерно так же, как до тебя. Вот получается, вот здесь вот хорошая точка спауна была бы. Но, к сожалению... Ну, нет, здесь тоже два прохода. Не-не-не, вот у меня здесь где-то была крутая точка первый раз. Второй раз вот тут вот крутая. И вот. Там тоже золото есть? Ну вот, кстати, здесь вообще все есть, да. А наверху слева нет, нету полузолота. Или там нет, серебра нет. Кирка. И скоро, кстати, ночь. Надо бояться. Лучников второго класса строить. Все-таки хочется, конечно, добычу наладить в первую очередь. Так, иди руби, мужик. Ну, по 12 эти носит, нормально. Так, ну все, сейчас сделаю вот это вот.
Ой, лол, реально уже прям скоро вторая ночь? Важно. А второй ночью сильные чуваки были? Или типа второй ночью вроде не очень, да, сильные были? Это в третью ночь сильные. Там, не знаю, ко мне вообще ни разу не пришли, поэтому. Мне никто не приходил тоже. Ничего себе. А ко мне толпень пипец пришла там. Видимо, к тебе вообще все пришли. На, баланс. Так, все, могу строить шахтера, Все, три шахтера может быть максимум. Надо еще улучшать пилы. Не хватает дерева. Постоянная нехватка лимита, короче, тут какая-то у меня. Ну ты задолбал, господи. Ну извини. А, надо, кстати, этот сходить. Ко мне, меня тут атакует, Вадим. Кто? Не хватает дерева. Тот же. Про сталкер, что ли? Да. Ничего себе. У тебя вон даже лучник есть. Ну теперь уже нет. Почту за честь. Что мечник какой-то жесткий. А, ну он дорогой относительно. Че, он просто убежит? Серьезно? Давай бегай, чувак. Ну все, золото таскается, грейд на дерево делается. Вот стоило оно того? Осталось вот этого капитана построить. Ну, для этого надо жилище улучшить. О чем вы просите меня? Блин, а где там золото было? О, вот золотая, ну-ка. Кирка. You found золото. Это так происходит? Блин. Ты нашел шлем короля. Как это работает даже вообще? Подходишь к руднику. Киркой? Прикольно, you found сразу, да? Да. Ты не можешь искать здесь. Ты не можешь искать здесь. Ну, короче, надо, видимо, теперь этот к тебе идти. То есть каждый в разных местах может найти, что ли? Ты уверен, что я там смогу найти что-то? Ну, попробуй в ту сходить, если хочешь в дальнюю. Так, надо улучшить хату и сейчас... Сталкер, иди, у него... У него... Ой-ой-ой. Ой, просто сталкер теперь ко мне прилетел. Ну чё ему не имётся-то, блин? Мне неведом страх. Ой, просто сталкер. Знаете, кукурузу оставлю. Ого. Вот эта толпа ко мне пришла. Э, а чё-то она уменьшилась? Ты ничего не нашёл, чё-то. Ой, кучка уменьшилась. Слышь, иди отсюда. Всё нормально. Ты ничего не нашёл. Да что ж такое-то? Иди по-хорошему. О, да что ты такой жадный, ты, Дима, добывай сам. А что-то они... Подожди, они теперь атакуют. Завершено. Будет исполнено. Да лол, иди, серьезно, они теперь бьют, я не знаю, я не могу отменить. Все, теперь я не могу здесь искать, понятно. Свершится правосудие. Уйди лучше отсюда. Типа война, что ли, объявилась? Или... Хороший союзник, не знаю, что ты там сделал. Фух. Получается, что ты этот, каждый раз, ну, каждый может в какой-то штуке только несколько раз искать. Блин, опять музон пошел какой-то. Ну ладно, хотя бы этот, хотя бы крипы сейчас не нападают почему-то. Ага, потому что они все у меня. Лол, ну да, здесь с этим тоже баланс. Блин, телепу, если ты можешь пегасиками прилети, помоги. Их слишком много. Забавно. Так, я даже тебе навстречу иду. Надо построить еще халупу. За веру и народ. Да, шлем короля прикольный, плюс 5 ко всем статам. Так а в серебряной руде ты разве не можешь что-то искать? Ой-ой, теперь ко мне приперлись. В серебряной руде не знаю, может быть тоже могу. Че, тебе нужно помочь? У меня есть 2 лучника. Да. Ты мне уже на своей базе помог. Я старался. Мне неведом страх. Почту за честь. Как прикажете. Так. О, из сундука. Так, сейчас я серебряную попытаюсь подобывать. Но я из золотой нашел монетку. У меня, кстати, золото дофигища вообще. Дерева мало. Ну, сейчас здесь попробую. Оп. Ты ничего не нашел. То есть мне в тот раз, получается, проперло.
Блин, о, почему на... эта вся жесть днем не исчезает? Я в серебряной руде нашел золото. Интересно. Постройка завершена. Приветствую вас. Так, давайте рубите. Рубите. Рада видеть тебя. Бабоньки, рожайте. Ну все, надо, наверное, этот. Ой, чуть. А, это моя кирка. Угу. Ты ничего не нашел. Ну вот. Короче, руда, я так понял, это фигня. Текс, надо дальше развиваться. Как-то. Требуется замок. Древнее зло мне пришло, забавно, днем-то. Ко мне тоже. Рыночные отношения, требуется замок. Замок, требуется алтарь героев, каменная башня. О, алтарь можно построить. Ну, значит, там... Надо... Нет, там улучшение только используют. Ну, нашел золотые самородки. Плюс 14 голды. Ты не можешь искать здесь. Ага. Ну, то есть, к каждому можно подходить. Ну, кстати, прикольная такая механика. Особенно, если у вас не такой жадный союзник, который вас бьет, когда вы пытаетесь ее добыть, никак не влияя на него самого. Ну, это надо было еще выяснить. Ага. Если что, все равно бы все осталось бы среди союзников. Я просто и так в жопе из-за начала. Ой, да ладно, там разница-то такая. Вообще огромная разница, на самом деле. Ну фиг знает. Я минут 5, наверное, бегал. Так, а что здесь можно сделать? Грабеж, обработка камней. Так, кольчужная броня. Крыться за щитом. До сих пор еще какие-то оставшиеся футмены до меня добегают. Причем многие из них исчезли. Угу. Ну, по крайней мере, те, которые за мной гонялись. Так, можно казармы улучшить, я так понял. Мне не верно в страх. За веру и народ. Как прикажешь. Текс. С деревом проблемы вечные, блин. А есть... А, рыночные отношения. Он открывает дорогу к торговле и рынку. Для инкома? Я увидел заветные слова. Но сейчас надо этот... Перед этой ночью построить что-то клевое. Блин, что-то казармы так долго грейдятся. Я, может, зря их... Подожди, а замок-то вообще где взять? Замок? Первая строчка, четвертая в главном здании. Ай, подожди. Нет. У меня нету там замка. Шпион, шахтер, строитель, чинитель. Рыночные отношения, мастера на все руки. Строить новые постройки может. О, прикольно. Обычный житель Геральт может приобрести латовый шлем. О, кольчужная броня. Ну, 1500 дерева, блин. Да что-то я не знаю, у меня столько рубителей, а как-то все равно все слабо. Блин, и главное, первые чуваки, при которых уже был изучен грейд, они носят по 12, а последующие чуваки носят меньше. То есть, ну, мужики, которые вот недавно появились, на них грейды не действуют. То есть грейд действует только на мужиков, которые уже давно у тебя есть. Так, ну пойду щит возьму. Я вот типа изучил себе щит. Могу его взять, да? Ну-ка, оп, о, все, теперь у меня щит. Плюс 12 и 4 армора у меня. Я прям вообще силач. Так, что там, каменная башня еще мне нужна. Каменная башня. Кстати, хорошая идея с этой башней. Так, а здесь что я могу построить? А, те же юниты самые. Так, капитан, довольно сильный юнит среди... Бараки, осадная башня. Пиконосец. Поразительное копье. Да, автор, конечно, реально тот еще лучник второго класса, блин. Кстати, пропиши Али, а то оно сбилось. Ой, лол. Я, мой этот, мои союзники это... Моя армия и мой флот. Там. Что-то лучники меня куда-то поперли. Так тебя убили. Ну, тут все, гадский, нехороший человек, которому, видимо.
Все не имется, да? Да просто хочет реально в экономику поиграть, а не в быструю агрессию. Ой, бабонька сдохла, получается, да? Так, сейчас идет нападение. Надо бы улучшить башенку. Построить тут. Ну, не знаю, можно и кавалеристов сделать. Ого, золотой рудник кончился. Вот этот поворот. А куда еще золото можно складывать, интересно? А прикажете? Да, господин. Ждем приказа. А вот этот вот стреляющий, летающий юнит. Пегас. Где вообще берется? В бараке. А как он называется? Это на... Пегас. Пегас? А, он стреляет? Ну. Блин, а куда можно складывать золото добытое, я вот не понимаю. О чем вы просите? Что-то меня отравлено. Ой-ой-ой, блин. А, пришел один чувак, ну этот, ночной. Ты колодец поставь на автопочинку. Да я поставил, да, да, да. Просто он что-то так дамажит адски. До сих пор его яд. Не хватает дерева. Дитя. О, тут какие-то шлем, сильные пацаны, какие-то неизвестные. У меня он второго левела уже, мой этот чувачок. Бедная собачка тут погибает. Надо Геральдом танковать, а лучники второго класса там всех застреляют. А здесь же у меня еще кони появились. Я сделаю это. О, музон опять попер. Автор любит музон. Так, надо чувачка чуть вперед поставить, а то мне совсем костер тут запилят. Нафиг. Текс. Раненые. О, крестьяне раненые, ёпрс, это нет. Это не входило в мои планы. Да блин, ну пустите, дайте пройти-то. Ой-ой. Мужчины, блин. Рядом ходит вонючка неизвестная. Пойду его завалю, что ли. У меня все-таки Геральт сильный боец. То есть не умирают? Фух. Да, да, не умирают. Геральт вон у меня. Сейчас как камень брошу. Кстати, этот Геральт может ТП-шиться, блинкаться, если что. Да, ББ. ТП просто. Завалил неизвестного. Ну, все, день наступил. Так, надо сейчас удобрением восстановить. А где у меня тут удобрение-то валялось? Сундук, шкура кролика. Что-то куда-то все удобрение я подевал. Вашим словам. Почту за честь. Так, каменная башня. Артиллерийская башня. Да, такой неграмотный чувак, конечно. Вы просите меня. Будет исполнено. Так кто-нибудь понял, как перемещаться базой? В смысле? Здесь нельзя строить. Базой? Ну да, ну в смысле, я типа все добыл. Рада видеть тебя. Ну, видимо, новую строить. А у меня же нет, ну нельзя, то есть надо сломать вторую базу, чтобы новую построить. А, ну... Да, хороший вопрос. Что надо, хозяин? Наш город осаждают враги. Чё там? Угу. Вонючка пришла. Один уже вышел. Вы пережили вот эту ночь. Светлость. Каменная башня какая-то нужна, блин. У меня есть взрывная башня. Какая из них каменная? Оборонительная, что ли? Или осадная? И оружейная. Магическая, ну не магическая же. Добро пожаловать в нашу деревню. Блин, и деревья заканчиваются самые отстойные. В смысле, деревья ж не вырубают вроде. У меня вырубают. Хорошо. Что-то у меня это помаргивает еще белым цветом. Ну это есть, да. Это молнии, наверное, типа, так отображаются. А вот костер. Здесь нельзя строить, что за честь. Ух ты,
Оборонительная башня как выглядит. Ого. Постройка завершена. Так. Зачем вы просите меня? Будет исполнено. Да, с башнями какая-то проблема. О, я могу строить пехотинца. Ого, домик с забором строится вместе. Труп моей собаки валяется рядом. Весело живем. Да, чего хочешь. А, о, удобрение валяется. Е, сейчас я его пойду подниму. Ой, нашел каменную башню. Чего? Посмотри. Где, чё? Ну, пинканул. Я почему-то тебя не вижу. Ты опять не союзник, что ли? Да, вроде должен быть союзник. Ага, вижу. Видишь, тебя. Ого, а как ее построить? Осаждают враги. Чё там в осаде? Господи, ну да, ты... Хорошо. Как построить каменную башню? А это оборонительная башня, потом что-то еще. Ну, короче... У меня из оборонительной башни только боевая тревога можно построить. Не-не, значит другая там. Ну, которая, короче, орочья башня. Первая орочья. Ага, так, я пойду сейчас возьму... А, во-первых, попробую тут покопать. О, ты нашел золотые самородки, халява. Оказывается, можно в том же руднике снова копать. Ты ничего не нашел. Ты не можешь искать здесь. Не, ну вот это на самом деле прикольная такая механика, что ходишь туда-сюда там. Дрессировка собак, пегасов. Да, я сегодня в FIFA играл и только под конец сделал дрессировку животных. То есть, ну, все время грифонами без доп ХП играл. Так себе. Так, ну-ка, не знаю, где это... Так, а где мой чувак-то? Постройка вот завершена. А, здесь щит даже отображается, то есть у тебя, если что. Так, ну-ка, удобрение. Оп. Что-то нифига не возводится заново. Деревья? Да, на замок, конечно, денег я не знаю, сколько нужно. А сколько он дерева стоит? Рубить. Он стоит 2855. Исследование завершено. Офигеть. Че-то дерево, блин, не восстанавливаются, гады. Ну, я удобрение взял, типа вот. Удобрение восстанавливает сломанные деревья. И ни черта. Так. Лучник первого класса. Ой-ой-ой. Ночь. Прожорливый юнит. Текс. Город наших союзников в осаде. Чё-то тебя осаждают там. Угу. Чувствую, к моим тут прикопаются кто-то. Что, ах вы гады. Нелицензионно золото таскаете. О, воин плети. О, каменная башня, е. Да. Так, бабоньки, давайте рожаем кого-нибудь. Оп, дитя не требует еды, самое клевое. То есть детей в этой игре не кормят. Ого, расходы у меня пошли. Что-то на меня вообще никто не нападает ночью. О, чинитель, походу, это. Может строить нормально. Да. Постройте ферму. Да, господин. Лучник второго класса, ну-ка. Лучник. Черт. Какие-то собаки тут, молнии. You found золото. Приказывайте. Да, да, ваш сядь. Так, лучник 19-21 атака. Ну что-то этот, лучник второго класса, походу, поприкольней, потому что он жрет меньше. Да, он на одну еду меньше жрет, это как бы... Что нового в вашей части? Так, как... Что ты? Где-то там же можно было этот делать, грейд на атаку в кузнице. Попробуй тут что найди, блин. А, мне опять костер, что ли, с этот... Сожрали. Блин, у меня опять костра нет. За веру и народ. Идет строить костер, такой, за веру и народ.
Блин, походу меня этих рабочих убили. О, сундук валяется халявный. О, отлично. За веру и народ. За веру и народ. Так, лучникам, крестьянам, а также пегасам. Грейт на атаку. Ух, долго делается. Ферма. В этом здании можно покупать семена, выращивать их продукты, продавать на рынок. Строил ферму? Нет, а где? Это ты... ученителя. Ты замок сделал? Не, это ученителя просто. Ну, а-а-а. Ученитель, господи. И он выращивает дерево. Ой, ёбрас, ты ко мне какая-то жопа пришла. В смысле сильно. Жопа? А, не, нормально вроде. Да не, они... Они просто выглядят так внушительно. Да, да даже я отбился. Почту за честь. Своими двумя лучниками второго класса и тремя крестьянскими лучниками. На нас напали. За веру и народ. Сталкер все вокруг летает. Надо будет его уже сломать. А то надоел уже. Выполнил любой приказ. Будет исполнено. Исследование завершено. Как же я... Походу этот, лучше всего строить лучников первого класса и грейдить. Ой, второго класса и грейдить их. На атаку, да? Но они еще, кстати, отравляют. Помимо всего. Ну да, но обычные лучники тоже, но они реально два лимита. Так, они чинитель, может... Обычные. Или отравляют? Ферма, а, мне костра опять нету. Ого. Дима, кто тебя снес? Толпа нежити. Да ну. Их было слишком до хрена. То есть к нам тоже могут припереться, да, тут чуваки? Ага. Причем они полдня не сгорали. Вообще дамаг не наносился. А здесь вроде как они просто не сгорают-то. Их надо именно убить. Ну иногда они, я так понимаю, попадают? Иногда нет. Ага. Неоднозначно, да. Они не определились, боятся они дня или нет. Так, ферма. Покупать семена, выращивая их продукты, продавать на рынок. А рынка-то все равно у нас пока нет уже, да? Ну да. Текс. Ну, для рынка нужен замок, а для замка нужно еще 600 дерева. Ну, ща нарубим, глядишь. Вон чувак тут стоит халявный. Да, ну жалко, тут надо, получается, грейды попозже делать, грейды на лесопильчество. Я вообще, блин, боюсь представить, сколько тут пилить это все еще надо. Птичь какая-то. Чего надо? Так, герой выращивает дерево. А, точно, ёпрасте. И рабочий же может еще выращивать дерево. Выращивай. Вот, отлично. Текс. Ну все, сейчас. Да, господин. Румас мне тут. Войска. Так, а, надо же еще. А что случилось? Воином стал у меня теперь почему-то. Герой. Что за фигня? Ну что ты сделал? Тоже? Не, я ничего не делал. А, у меня тоже он стал воином. Но добывать-то он все еще может. Просто по времени. Пора. Да, и он этот, надо спылы заново выучить. Ну, это... Когда нечего учить, не так сложно. Так, бабоньки, отойдите. Идем на вновь посаженные деревья. Так, тут КД. А у воина моего... О, у воина не КД. Ну, я так понял, чисто буду этот деревья расти тут. Исследование все время. Как прикажете. О, 24 дерева приносит. Прям вообще мечта. Так. А где грейд? С помощью удочки ловить что-то рыбу. Подлагивать стало. Грейд на броню, я так понял, этот. Один, да, всего? Типа возможность ее носить, может быть, там покруче броня есть. Не, в смысле... О, тут есть самоходная мортира. Катапульта вон у меня есть. Ну да. Текс. Надо еще ферму, видимо, построить, я даже не знаю. Исследование завершено. Мне не верно.
А ферму-то больше и не по... А, не, вот можно халупа. За веру и народ. Давай, строй. Ну как? Так, стоп, секундочку. Да хоть минуточку. Секундочку. Минуточку. Давай. Короче. У меня, походу, все крайне плохо. Почему? Я улучшил... Ну, тут можно баб сажать в здание. В эти хижины. Я улучшил то, ту, в которой они сидели. И они пропали, да? Ну, построй их в этой, в халупе. Нельзя. Они как бы есть, но, видимо, там остались. Забавно. Типа, все, ты без рождаемости, да? Видимо, да. Я никого никуда не сажал, мне было лень. Видимо, не зря. Надо было тоже приниться. Спасительная лень. О, идет ладно, ночь. Я попробую сломать, конечно, это здание. Блин, я его улучшил, правда, на максимум. Забавно. Так, у меня этот пачка войск есть за грейжем. Слушай, я не могу его сломать, мне надо, чтобы кто-то пришел. Постройка завершена. Ну, хорошо, сейчас я ночь закончится, я к тебе схожу. Так, что-то, блин, что-то так долго изучается. О, могу новое дерево посадить. А Геральт, да, вот, да, там... он тоже где-то грейдится. Рыцарем копьеносцев. О, а теперь эти, блин, пришли воздушные юниты ко мне. Вражные. Ночные. Город наших союзников в осаде. Вы потеряли 245 дерева. Просто так, по фану, что ли? Слушай, меня, походу, снесут сейчас. Ты чего? Ну, меня снесут сейчас просто. Ого, ну я могу к тебе сходить, у меня пачка войск есть. Главное, чтобы меня не снесли в это время. Ну, можешь пол пачки отправить. А что у тебя там? Да я не знаю, есть ли смысл вообще меня спасать. Если это не поможет, то я считаю, как бы доиграл, потому что, ну, тут... Ну, на меня вроде пока никто не нападает, так что я к тебе схожу. Всеми войсками. Забуду, что ты пытался меня убить. 245 дерева это за смерть раба, потому что он потом воскрешается. Ну да, да, да. Но это Диме убили, а написали мне. Уходят стрелы какие-то огромные. Вон, я одну птицу убил, как минимум. Блин, они такие прикольные, вампиры летуны. Да, еще одну птицу сейчас завалю. Видимо, скоро бы мне валить, что ли. Сколько там мы уже играем? Мы уже играем 39 минут. Шутки шутками. Ой, наш город осаждают враги, что там? Исследование завершено. Вроде все нормально. Что-то все птицы, Дима, к тебе прилетели. Ты какой-то этот. Блин, одна птица у меня тут. Лучники второго класса нужны мне. О, отлично, она мне лесопилку бьет. Она будет еще долго это делать. Ой, что-то героя моего убивает. А у тебя колодец кончился, что ли? Да нет, все нормально. Ты просто отошел от него. А где он? Или он лучников лечит. Он вот слева от шахты. Лево ниже. И костер, там же и колодец. Вот. О, похилялся. Е-е-е. Че, все, я всех птиц убил у тебя? Наверное. Теперь давай, короче... Знаешь, теперь себя свой. Защищу. А, ну ладно. А, мне, кстати, опять прилетели. Все, день. Ну, кстати, у меня все. У тебя есть еще птицы? Есть, да мне главное это дом снеси. Домики для жителей, короче, правда. Сейчас я убью этих всех. Ну, у меня на базе никого нет, поэтому я сейчас убью сначала. Так, пацанов делаем крестьянином. Не нижний домик. Добро пожаловать в наши двери. Здравствуй. Костяное мясо. Плохо. Что-то плохо. Что-то там лучники застряли. Герой отдается. Что-то у тебя тут слишком много птиц. Угу. А где башни твои, я не понял. В смысле, ну, гуфы? Ну, у меня герой тут, конечно, вообще нарезает. Седьмого левела, лол. Седьмой левел, да, неплохо. Восьмой.
Смерть неверным. У меня просто лучник вышел, и мы его залп один, и все. Во имя света. Вух. Смерть неверным. Забавно, у меня реально соло герой какой-то. О, почему не все? А, все, сгорели. Фух. Вот, ладно, попробуйте теперь побить дом. Да лол, какой? А, правый верхний, там где кузница, рядом с кузницей. Который так, а... Над бараком. Ага. С армой. Блин, тут еще одна. В смысле, зачем ты бьешь? Не знаю. Рабочего не бей, только здание. Так, сейчас. Значит, вы давайте пилите деревья. Ты давай сажай блин, деревья. Блин, там твои воины начали бить всех. Кого? Ну типа союз ну, разрушился и у тебя войска, которые были на базе, начали бить. А где у меня войска-то вообще на твоей базе? Все, уже нет. Блин, лучник мой выше начал тебя бить. Все, снял. Мне нельзя строить. Забавно. Да. Да и башни меня. Башня меня завалила, прикольно. Кстати, я этот, зато я сделал этот замок. Теперь я могу построить рынок? Не, не могу. Надо выучить рыночные отношения. А дай контроль, если можно. Я хоть чем-нибудь полезным позанимаюсь. Не знаю, мне бы, конечно, валить бы, я даже не знаю, что делать. Можно, конечно, засейвить. Ну, я думаю, что следующей ночью, скорее всего, меня снесут, конечно. К счастью. Нельзя строить. Так, рынок вон строим. Все, у меня заспавнился чувак. 8-го левела вообще нормально. Надо построить еще. Жалко, у него атаки мало, конечно. Ну, атаку можно качать, судя по цифрке там. Так. А, удочка ему качает атаку, лол. Удочка ему качает атаку, походу. Чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Повышение рождаемости. Я не знаю даже, мне особо рождаемость-то и не нужна, и так все норм. Наших союзников в осаде. Кто к тебе там приперся? Про сталкер опять, что ли? А нет, телепу приперся. С катапультой. Катапу прям. О, я могу построить самоходную мортиру. Она по воздуху хорошо бьет. Ну вот с золотом непонятно. То есть я вот подобывал золото и все, что ли? Мое сердце жаждет битвы. Ты нашел золотые самородки. Где я их нашел? Кем я нашел? Что они мне дали? Самое главное, что все грейды на атаку, вот после того, как юнит, если юнит появился после грейда, то грейды на него не действуют. Вот это самое обидное. Да, это странно. Типа, мы начали изготавливать там хорошие луки, но вот ты салага, его и не получишь еще. Слишком молод. Да, обиднее всего с топорами. Отстойно вообще. Мое сердце жаждет битвы. Ну, зато у меня третий левел ауры выносливости. Не знаю, даже надо мне с кем-то подраться, наверное. Отдаться об него и... Типа, не получилось. Телепу внизу. Вот прямо здесь. И ночь, кстати, еще одна. Просто взял, спалил союзника. Город наших союзников в осаде. Да, ну что-то у меня... Крестьянин, лучник. Лучник второго класса. У меня лучников второго класса, вон вообще миллион. Как тебя зовут? Город наших союзников в осаде. А как... О, Крит. Ёпрсете. Я бы не сказал, что я расстроился по этому поводу. Не у тебя одного. Ну, карта, короче, вроде прикольная, но недоделанная. Все-таки... Ну, если прям так многие просили, получайте, в общем. Не, ну, не знаю. Что-то есть прикольное, но... Как я в прошлый раз сказал, слишком много попытался автор напихать, и в итоге из-за этого все очень сильно сломано получилось.
Ну, если ее доделают, то, может быть, можно будет поиграть когда-нибудь, может быть. Но нет. Ладно, всем пока.